Всем привет, с вами Михаил, канал Гаджетоман, и сегодня я вам расскажу, как добавить новые шрифты на ваш iPhone, либо планшет, на ваше iOS устройство. Кому это нужно? Прежде всего тем, кто использует какие-либо сторонние графические либо текстовые редакторы для создания видео, фотоматериалов, например, где нужно добавить какую-то красивую надпись, красивую плашечку, подпись, либо смонтировать красивый значок для YouTube. Вот. И, в общем, там, где не хватает стандартных шрифтов, которые есть в каждом iPhone либо планшете. Я покажу сейчас, как поставить новые шрифты на планшет, но разницы абсолютно нет никакой. Просто для удобства я выбрал именно планшет, потому что достаточно большой экран, и вам удобно будет увидеть все детали по порядку. В первую очередь мы заходим в App Store. И видим, что вот этот шрифт установлен. Теперь как проверить? Ну, для этого нам нужно открыть какой-либо редактор. Значит, мы запомнили, что он называется Alpha Slab One. Мы открываем редактор. Ну, например, я открою видеоредактор, который меня постоянно пользует, фирмы LumaTouch, называется LumaVision. Вот. И здесь добавлю какой-нибудь текст. Так, выберу тот шрифт, который был скачан. Вот он. Видите, да? То есть он добавился в список всех шрифтов, которые поддерживаются этой программой. То есть в этой программе есть тут, конечно, наверное, больше сотни различных шрифтов. Мы добавили новый. Вот он, Alpha Slab One. Мы можем теперь его использовать, можем менять. Можно всякие проводить, то есть настройку цвета, повороты и табу. Ну, это уже зависит от самого редактора, которым вы пользуетесь. Точно такая же процедура установки шрифтов и на iPhone. Это я показал на примере одной видеопрограммы, одного видеоредактора. Точно так же вы можете сделать в любом редакторе, которым вы пользуетесь. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До следующих встреч. Всем пока.